Праздничные выходные в Десногорске прошли спокойно и без происшествий. За прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ снизилась и фиксируется на обычном для этого времени года уровне. Инженерная инфраструктура эксплуатируется в нормальном режиме. С апреля начнется традиционный весенний санитарный месячник. В текущем году по программе «Комфортная городская среда» в Десногорске благоустраивается 4 придомовых территории и 1 общественная. Горожан просят отнестись к ремонтным работам с пониманием. Обращаются с просьбой убрать это транспортное средство, оперативно реагировать и создавать кому-то неудобства. О ближайших мероприятиях доложила главный специалист по культуре, спорту и молодежной политике Ольга Ковалева. Одно из них состоится 13 марта в 6 вечера. На концерт мы узнали, Центр культуры и молодежной политики состоится торжественное мероприятие, посвященное открытию года памяти и славы. 14-18 марта на базе культурно-оздоровительного комплекса «Десна» у нас состоится первенство ЦФО «Павловский бок». Ксения Вьюшкова, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Десна ТВ.